Вот так вот проснешься, и с самого утра тебя уже на Ютубе обосрали. В игре тебе за что-то упрекнули, и еще вызвали на арену, и хотят у тебя ушатать. Там собралось... Так, у меня пока 4G есть, но если я буду, блядь, стоять, то у меня нахуй 2G. Ой-ой-ой, чё жму. Свободная арена. Выстроилась очередь тех, кто хочет меня ушатать, и в основном это антиклассы. Например, Муня. Муня с недавних пор... стала, блядь, крутая. Ну, потому что она переродилась. Раньше это была неперерожденная. Ее можно было легко бить. А сейчас она меня может прекрасно ушатывать. Но так как это арена, то надо. Что? Надо съесть карту. Карту... Ну, самое основное. Карту и игрушку. А остальное, как бы, тратить не очень-то и охота. Потому что... Я же не знаю, нахуй мне это еда. Во. Еще я сделал... Ой, всунул активный скилл к себе. Ой, блядь, не скинул. Стой, Муня, стой, блядь, не бей меня. Ну ладно, хуй с ним, давай. Драться. Ой, тихо, Муня. О, ничего не произошло. А у меня уже урон летит. Ну как так? Тихо. Странно. Мунька почему-то... О, вообще ничего не действует. Почему ничего не действовало? Сколько там времени, блядь? Во, опять! Как? У меня же точность там охрененно большая. Вот смотрите, Муня, да? Вроде не такая топейшая, а просто снесла мне вообще почти весь XP. Я удивился, почему она две стрелы не пульнула ледяных. Ну, через короткий промежуток времени. Оп! О, даже еще и промазать умудряется, ладно. Вот она, в принципе, уже может меня заледенить. Я не знаю, почему она этого сейчас не делала. И она у меня отнимает прекрасно, потому что у нее там 7 камни в биже стоят. Это мне очень болезненно, блядь, это все дело. Ой-ой-ой, не ту кнопочку нажал, прости меня, Муня. О, как я хочу тебя, Муня. А-о-о. Так, надо срочно вот это сюда ставить. Вот так. Попробуем вот эту хрень на луках, на этих... Няшных мы уже пробовали. Вот, сука, у меня вот этот вот ебучий злоебучий, как он называется, блядь, цикл, чтобы уворачиваться от стрел. Он такой медленный, что он, блядь, пока закончится, у него даже стрела перезарядится. Ай, по привычке 5 ударов хотел сделать, сам же сменил. Вот видите, она бегает, я хуяк. О, промазал. Вот я заметил, она стрельнула там ледяной стрелой мимо, второй мимо. Я думаю, почему другие луки постоянно меня морозят? Оказывается, все-таки чуть-чуть доцелиться надо все-таки этой стрелой. О, как она оказалась? Она была передо мной. Почему она внизу? А-а-а, я не понял. А, понятно, H+. Это H+, это, вы знаете, 3G там, перед G, но при этом связи никакой. Я не знаю, с чем это связано. То ли это мегафон такой. Она 2G еще как-то работает. О, все, видите? Это, по сути, H+, это, ну, блядь, ну, 3G, наверное, или как там, как это назвать? Не 3, 3G, это когда 3G. Какой-нибудь 2,5, наверное, G, да? Но дело в том, что при H-ке вообще не открывается ни эти... Ни сайты, ничего не грузится. Муня стоит. Блять, я ледяной. А ты такой холодный, как айсберг в океане. О-о-о, блять! Вот видели? Вот видели, как оно все происходит? Толечка, у меня связечка пропала, и все. И Мунька торжествует. Мунечка, Муня торжествует. Зачем я так нажал? Сука, тормоз, блядь, комсячий, злоебучий ублюдок. О, вот. Короче, когда нет связи, ты уже не можешь адекватно реагировать на ее скиллы. Ты не понимаешь, что именно она в этот момент сделала. Поэтому надо, ну, блядь, связь и связь. Просто... бежать в атаку, мало ли, может, что попадет. Может быть, для нее я тоже там весь лагаю и там кручусь, верчусь и мерцаю, короче, как спидхакер. Опа. Ничего не произошло, как обычно. Мунька бегает, а я ее. Опа, на перерез. Стоять!
Монька! Да что так происходит, блядь? Бью ее, бью, она нихуя не бьется. Что она не бьется, блядь? Че ты не бьешься, нихуя? Че встали? Че мы встали? А че постоянно я ледяну? О, это что было, блядь? Блядь, пока я стоял в глыбе, она решила подо мной костер разжечь. А, как хорошо. А, заебись, сколько урона проходит по ней. Ну че, сейчас подгрузится, и я просто прилягу, отдохну. А, мне кажется, тут моих уронов уже на 10 мунек хватило. Блядь, чувствую, надо на балкон. Хотя балкон тоже не помогает в данный момент. О, о. Кто победил? Она. Все-таки она. Блядь, тут гремит все. Все, это, я Няшу уже звать не буду на арену, потому что, ну, вы понимаете, связь пропала. Там с Няшей вообще ловить просто нечего. Всем пока!